18 марта, 14 год, 14:50 по Киеву. Час назад Путин объявил о присоединении Крыма и Севастополя к России, к Российской Федерации. Велосипед под окном, велосипед перед гаражом, почти мотоцикл под окном. Почти то же самое. Такое знаменательное событие, конечно, нельзя назвать новой страницей в истории человечества. Менее 100 лет назад Адольф Гитлер присоединил к себе там Судетские области. Думаю, это начало такого же сценария. Закончится он гарантированно так же, как и для Гитлера закончился. С вариациями, но через что придется пройти для этого России и Украине, пока не вполне ясно, но веселой эта дорога не будет точно. Не пойму, у меня ощущение, что эта труба наклонена. С чем сравнить не с чем. Это ж, по идее, не должно быть таких вещей. Да, а тут от России 28 километров, по-моему, от моего подъезда до границы с Россией по прямой. Так что мы в случае каких-то вооруженных конфликтов на самом острие в Харькове. Уже додумался лилипутин наполеонничать. Каинова печать, по-моему, так это называется, когда война брата с братом. Вот теперь у нас товарищ лилипутин завелся к
смотри, как на кладбище, честное слово. Одни кресты кругом, одни кресты. Ну, в принципе, при таком ходе событий, боюсь, они простаивать не будут. Ладно, поехали по домам.